Ребята, всем привет! Всем привет. Сегодня будем готовить в русской печке еду. Какую еду? Шашлыки. Классический шашлык на углях. Ни разу мы это не делали, но сейчас будем пробовать и посмотрим, что получится. Ставьте лайк заранее. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А мы все начинаем, да? Да. Вот такая печка. Русская печь называется. Вот Дима. А вот другие товарищи. Вступаем к растопке русской печи. Для этого берем бумагу от углей. Она лучше всего подходит для растопки. И начинаем ее отдирать. А тут угли-то, походу, какие-то бушные, посмотрите. Какие-то белые жженые, уже пережженные угли. Вот такая топка. Достаточно, в принципе, большая. Можно сжечь там карлика, например. Карлика. У нас такая поляна здесь. Богатая. Богатая. Пишешь? Пишет уже тогда, когда я еще отходил. А. Ну вот, мы разожгли печку. Сейчас будем ждать углей. Это была очень важная информация. Сейчас возьмем кирпичи. С помощью кирпичей будем жарить мясо. Сейчас я их вам покажу, какие это кирпичи. Стандартные кирпичи из красного кирпича. Из красной глины. Из красного кирпича. Два кирпича. Еще два кирпича. Итого мы имеем 5 кирпичей красного цвета. Классический стандартный кирпич. Нужна прихватка. Я так туда не полезу. Ну так нет, попробуй сначала так, может прихватка это и не понадобится. Так понадобится нам, смотри, адское пекло. Да не. А вон на этой вот черной штуке. Да их надо нормально поставить. О, давай прихватку. Давай. Монтируем кирпичи. Что, их подальше продвинем? Ну немного, да, как бы толкни, там упор есть. Ты упоры можешь. Во-во-во-во-во. Ребята, можно накладывать шашлыки. Да? Накладывайте. Да, вы снимаете. Это телятина, да. Значит, она первая. Это свинина, Дима, ты. Значит, первая нужна. Телятина. Халяльная телятина. С пятачком. Ну что? Это белый баран. Куда ушел-то ты? Он правильно убит. Заколол сердце. Все, ребята, засекаем время. Поставили в печь. Через 3,5 минуты перевернем. Вот, да, как-то так. Да. Либо, короче, это. Секаем, как пельмени варятся. 5 минут засекаем и все. Надо реально по таймеру делать. Да надо по факту делать, надо смотреть, типа. Не, просто сейчас пьяный уже, это как бы. Что-то пальцы помогли. Время можно потерять. Время началось, через 3 минуты посмотрим. Я хочу научиться кататься на этом, на сноуборде. Вот, тоже тема. Я тоже хочу. Ни разу не вставал на сноуборд. Слайды напиши. Так пойдемте как-нибудь, да, пока зима есть. А то у нас, как правило, блин, зима-то такая. Ну, у нас как? Зима. Типа, Новый год, зима. А потом сразу лето. Все у нас такие праздники. Ладно, сегодня у нас получается Рождество. Вот. А потом все уже только лето ждать. Мы зиму очень не очень любим. О, смотри. Ну нормально, да, пока? Подгорает. Ну, короче, надо почаще переворачивать. Смотри, как жир вообще горит. Ну, так вот, конечно, свинина же. Вюля тоже. Короче, достали мясо, и оно где-то сгорело, где-то пригорело, где-то не догорело и где-то, ну, короче. Жарил его оператор. Там потыкай этот, чтобы они отпали. Потыкай. Ну, это русское, исконное русское слово, потыкай. Исконно-посконное. Ну, Саш, два слова про мясо. Жирно. Очень. Да? И солено. Да? Значит, просто я грил белое надо было. А это что, красное? Я наоборот больше солено люблю. Да? Я вообще думал, белое типа это курица, а красное это свинина. Ну там оказалось, типа это свинина. Майонезе сделано. И они, может, просто из Питера, поэтому солей много. Соленые? Костина из Питера. Но за ней такое не замечено. А соль не привозит вам?
Не докажу, пока я говорю, не замечено. Помидорка. Примерно среднего посола. Цвет красный. Выглядит примерно как мужское яичко. Вид, в принципе, вкусно. Тут какое-то белое, то ли плесень, то ли что. Это помидорки моей мамы. А смотри, там что-то белое. Это соли из Питера. Ну как? Все. По вкусу ставлю... Вкусный? 8 из 10. Да, странно. Угу. Теперь давай за цвет мясо. Жиль, а теперь пойдет чеснок. Выглядит как чеснок. Соответственно, он белый. Там больше нет. Есть там запах. Вкусный. Там два чеснока вкусные. Ну и мясо, которое мы пытались пожарить, но непонятно, что там вышло. Давай пробуем. Пожарили. Мясо. Нормально. Жуется мясо. Только больно жирное. Я говорил, это свинина. Свинина жирная, да. Свинина, которая говядина, ты говорил. Оленина или что там было? Или просто... У меня тоже есть такое, что не того. Да, оно не прожаренное. А вот это не буду есть. Абсорбент типа. А вот это не буду есть. Это ты можешь поменять сам? Ну. Это тоже, смотри. Смотри, это салат. Ну, да. Вам как, девушки? У меня звукнуло, или как там, болит камера. Тебя? Да, я замолкаю, когда камера снимает. Выгляжу. Не, ну вкусно, не вкусно? Вкусно, вкусно. Мне кажется, морянку ты гавён почему-то. Не знаю? Ну да. Не. Удивляйся. Не готовая, посмотри. Тебе, Сань, как? Ты готовая, белая, чё? Может, готовая, но... Я не пробовал просто. Да? А, ты не пробовал? А, ну, типа, по запаху нормально. Мне кажется, что у тебя там один жир. Оцени по десибалле. Не, шкале. Мне кажется, маринад это херня. То, что жира дофига. Не, ну на мясо же похоже. На мясо я похоже, вижу да. Горчичку здесь в маринаде. Да? А я вот это не буду есть. Тут вообще шляпа какая-то. Какая шляпа? Ты смотри. Так а что, беленькая, что, глотай и все. Что там? Дурак, что ли, беленькую глотай? Глотай беленькую. Беленькая всегда надо глотать. Да. Боже, извращенка. Ты говоришь, водочка? Вы что? Беленькая это вот. А вы про что думали? Кто еще извращенец ты назвал? Ты че? Сейчас будем разжигать уголь. Опа! Стреляет. Вкус. Два слова про мясо. Ну, Моргенштерн, конечно, классный человек. Но мясо еще лучше. Какое мясо? Тут мясо свинина из ленты, купленное, самое дешманское, по скидочке, вот это, с жирком, там, с хуйцом, за что? Ну, скажем так. Молодец. Иди. На камеру играю. Да? Говори. Ну, есть угли. Есть угли и внизу, и повыше, где на этом, короче. Нет, просто будем есть угли, все. Потому что чувствую, что углем пахнет. Так хорошо. Ну если что, я не жарю, потому что уходил, там все запогадили. Активированные угли. Снимай. По-моему, оптимально выглядит. Ну вот в конце, потому что там огонь. Ну да, надо было подвинуть. Да. Ну что, снимаем или... А, давайте интерактив сделаем. Давай. 1000 лайков. Снимаем. Давай. А меч 1000 лайков. Смотри, оставляем еще. Она мне наулетает от пиздила. А переверни, что там другой стороны. Бабушка рассказывала, я вообще тогда... Да, бабушка точно рассказывала, когда вот... Ну тоже, да, тут горело, а тут типа нормас. Так что 1000 лайков снимаем мясо, а меч 1000 оставляем еще. Потому что ты истинный блогер. Да, конечно, я столько юбиков посмотрел. Могу трусы женские надеть за 1000 лайков. Нифига! Вообще не так было. Да, я на ней сидел. Нет, она сказала, что все. Я ее забыл, я на ней сидел. Дмитрий означает плод земной. Чё, блядь? Меня Дмитрий зовут, нифига. Ты плод земной. Ты плод земной. Вообще не так. Вообще не плод. Диметрия греческой. Богиня плодородия и покровительство земледелия. Имя хорошее, радостное, яркое. Это запоминай.
Знаменитые люди, носившие имя Дмитрий, мне кажется, нифига. Дмитрий Анатольевич Медведей. Медведей? Медведей. Предвидеть Медведей? Она, что, первое, Менделеев. Великий русский ученый. Хотя был не русский, нифига, ну ладно. Ну, кстати, когда он первый раз... Педагог, химик, физик. А когда вот она жесткая уже? Мамин сибиряк, нифига себе, откуда мамина сибиряка? А мамин сибиряк, он Дмитрий, что ли? Нет, да. Просто мамин сибиряк русский. Просто у мамы родился прозаик. Сын, и он в Сибири живет. Мамин сибиряк. А вот, смотрите, есть такой Медведев российский, да, смотри? Мамкин симпатяга. И политический деятель, да. В Сибири. Не, не телеграм, политический деятель. Да, она Медведев. Телеграм-оратор. Вот он домик нарисовал. Это Медведев рисовал сам. Покажи мне домик. Угу. Пожалуйста. Ну, помой, я сделаю. Это ты сказал. Ты сказал до углей жарить, если что. Он имел в виду, пока угли нормальные. Ебун ты тухлый. Да вот тут нормальное, там я сам съем угли. Что? По-моему, выглядит аппетитно. Ты что-то подводишь. Воняет. Так вот, смотри, это нормальное тут. Это тут просто нормальное. Максимальная степень прожарки. Европейский. Ой, а вот, вот. Да. Это, короче, да. Угли на углях были. Угли на углях? У него кранный обрыв. Кранный обрыв, по-моему, садится. Вот когда садится, я ее могу курить. Слишком у тебя высокие запросы. Ну, ты можешь курить. Когда садится? А, то ты можешь тут, да, там, так оставить. Два слова про мясо. Нормально. Два слова про мясо. Хорошо. Я еще не пробовал, правда. Я не знаю, я угли взял. Два слова про мясо. Уголь хороший. Два слова про мясо. Сейчас нашампурю и посмотрим. А они соленые. Да? Вроде бы, да. Они не соленые, да, я сразу заметил. Я когда лук съел, там, короче, вообще... Сырой лук ел. А чё, он должен быть какой? Нет, что-то, кстати, предыдущий лук съел. Чё-то лучше? Так вы все взяли угольки, а вот это брать. Эти я типа... Это. Обезжиренная, но не соленая нифига. О, блин, вообще пушка. Все. Ну, ребята, сейчас я попробую. Включимся позже. Что, нормально будет? Угу. О, так оно жесткое, да, какое-то? Какое-то сухое, да, такое. И... Пересушили, блин, короче. Тут и жира. Ну да, жира нету вообще. Вот это готовое. Пробуем. Кстати, сня суховатая, неплохо прожарена, в меру соленая. Да, конечно, в меру. Вообще не в меру. Вообще не соленая. Одобряю. Сколько из 10? Ставлю 7. Почему? 7 баллов из 10. Почему не 6? Сухое, потому что. Ну, с кетчупом нормально. Типа сухой лучше? В меру очень влажное было. Но в целом вот это мне вот нравится. Да. Так я пробую. Во! Пробуем уголек. Пожалуйста. Не, это все. Смотри, они там насколько пропитались углем. Видно? Угу. Все, короче. Нормально. Бля. Че? Сам говорил, до последнего пожарим. А, вы снять это эти вот? Короче, ничего не получилось. Так вон там, не, ты первый попробуй, первый. Я ж пробовал. Да, и надо что? Звать повара. Тоже уголёк? Повар спрашивает у повара. Какова хорошая. Твоя профессия? Не, надо тогда так. Повар спрашивает повара. А дальше? Дальше я не знаю. Профессия. Ели мясо, мужики рассолом запивали. Короче, говно какое-то. В общем, ребята, мы угольки покушали. У нас охеренные, кстати, угольки получились. Очень смачные. Такие. Ну, мне понравилась больше первая партия шашлыков. Вот та, которая была до этого. Кальян на них четко глядь. Да, и сейчас вот кальян закурили. Будем накуриваться. Кстати, кальян, на чем вы думали? На углях тоже, опять же. А вот и сам кальян. В городе никто не знает. Вот Саня 27.
знает, вот такие как сушили свои рот. Это просто пиздец. И мой рот будет видно? Нет. Но у меня же нет шикарных губок. Федя, выгониха. Я это записал. Ты курю-курю. Это просто жесть какая-то. Ты чё, нет? Они решили просто меня сегодня прилюдно замуфлить. Вот это что ты забыла, врач, смотрите, я все время гнобили, когда в три встречались. Да! Вы просто завидовали. Ты все, а что ли? А у меня тут сегодня два родственника. 5 секунд, Дима, 5 секунд посидела. Ты за меня? Не, ну, ну, за тебя, может, да. Кстати, ребята, между прочим... А что между прочим, догадывайтесь сами. А что там, кто-то выиграл, когда группа твоя там, что там? А, да, мы, кстати, у меня группа есть, я на барабанах стучу. Ставишь, да, там, я тебе отправлю. Вот. Мы, короче, сфальсифицировали. Все. Да. И выиграли охеренную сумму денег. Сколько? Очень много, я не могу озвучивать, да, там 2700. Ну, забыл, как получишь. Не, давайте. Давай. Новый год 2023. Че там? Чтобы губы все были натуральные. Чтобы все было хорошо. Чтобы у всех у нас было счастье. Мне кажется, тебе уже пора это. Я хочу. Я, короче, сейчас закашлялся, капец. Еще раз. Летом. Вот так вот более-менее. Как? Ну вот, по среднему. Не его возьмем. Семья Санька. Семья Санька. Семья Санька. Пару слов про Сашулины губы. Давай, продолжай. Ты сегодня. Но они слишком пухлые. Они великолепны. Они великолепны. Они как у Ники Минаж, жопа. Ты не можешь представить, как они скользят по твоей, ну, по моей головке? Не могу. По твоей, детстве. Чё, не могу представить, как... Я такое не представлял. Кстати, холодит хорошо. Не губы, а клем. Мы на видео посмотрим, как. Что ещё раз? Ну вы сгоняете, запишите, как они скользят, а мы на видео посмотрим. Просто фантазия у нас не очень. Я просто в шоке от вас. Гагарин, блядь. Ребята, в общем, сидим, бухаем, отдыхаем, курим калик, ебать. Ну да, не кряк. Ай, нюхай. Без наркотиков. Типа сделали его символом. Пока так. Это Россия, детка. Это все из-за Полины. Гагариной. Давайте вы не будете нигде включать, где я есть. Я не хочу. А? Ты все вырежешь. Ну это Федя монтировать будет. Федя все вырежет. А Федя включит все. Да. Ну, давайте я не буду видео там. Давайте я не буду видео. Да, 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 да. И черная полоска такая на глазах. Да. Да, вот это склад. Заступаться, это кардинально сразу буду пиздить. Давай начинай, что ты. Фарас будет моей марионеткой. Блин, ты морально что ли? Морально. Все? Кто через подушку дух? Я пошел. Руку перекинь нормально. Думала, что сломается. Да нет, что? Мы же не сломаем. Че? Еще раз Сашулю унизишь? Ладно. Вкусишь моих блюх? Все, понял, понял. Все. Даже я испугался. Ну что, веселимся, ребята? Да. Все, достали, пойдем домой. Надоели очень красивые черты. Тебе? Да. А я за что? Че, к херню ты мне дышишь в лицо? Тебе говорят, сука, типа. Бей их! Ну, пошли домой. План, как заступаться-то надо. А не вот эти твои. Ничего. Не чокай. Сейчас, через полчаса. Нет, сейчас. Нет. Вот это смелость. Поняла? Нет.
Он что, тебе сказал нет? Он сказал нет и прижал очко. Да ладно. Точно. Прокатит или не прокатит. Сейчас он пережил атаку Феди, видимо, он подумал, вот это смелость. Какое еще очко? Да пошли домой. Очко не видно целое. Артур. Чего? А, сейчас было смешно. Мне. Сейчас будем пить. Для твои. Вильям Лав Санс. Это мне. Боже. Пулик. А это оператору. Который держит камеру. Нет, оператор нормальный. Вот это чуть-чуть оператору. На, возьми, поснимай. Сейчас все, на пульну чего? Я с Таней уеду. Поехали домой. А я что? К тебе. Стань, поехали домой к тебе. Я против. Я не спрашиваю, против ты или нет, говорит, поехали. А вот уже я и не оператор, так что, пацаны, парни, девчонки, ребята, все вместе. Я пиво. И вот это. Ну вот это я еще пока не знаю. Видео снимать, что здесь? Давай монеточку. Монеточку? Какую монеточку? Подкинем. Пить, типа, не пить? Пить, не пить, да. Анечка. Ну, это похож на рэпера. Я тут бит, короче, наложу. Да у меня нету никого. Сегодня. Так что, ребята, в Рождество много не пейте, не болейте с утра. Ну и соответственно. Все. Иссяк. Ну и соответственно. Желайте друг другу счастья. Свободы, главное. Ну и. В плане половой свободы ты имеешь в виду? Вообще свобода. Теперь говорим свободу титькам. Свободу титькам. Давай я разделаю. Не прокатило, короче. Сань, у тебя такая прикольная футболка. Ты попок мой снимешь, да? Сейчас, что тут написано? Саня, ты будешь жалеть об этом, Саня. Буквою. Так. Там попок будет видно, да? Я сделаю блюр. Саня, ты оглядываешься на камеру и делаешь это бесплатно, Саня. А, подумай. Саня, это я сделаю блюр, отвечаю. Я вот просто купался там. Мне пофиг, можешь не делать, сотка, где моя? Я тебе потом скину. Нет, так не пойдет, меня один раз уже доебали. Ну, Сань, покажи. Да я один раз так порно снялся, так не заплатили до сих пор. Только футболку. Ладно. Все, видно? Да. Пупок? Ну все, Саня, ты проиграл. Так что, ребята, вот, не болейте в новом году и в рождественскую ночь. Вы, наверное, уже пережили, потому что сейчас уже, наверное, февраль. Скорее всего, февраль. Вот. Поэтому, ребята, давайте вам всем успехов. Что еще? Что еще сказать? Здоровья, главное. Здоровья, счастья, любви. Да, мирного неба над головой, это самое главное. Ну и, соответственно, побольше денежек и деток. Но мы еще не прощаемся. Велика еда пришла. Ну, наверное. Вы тебе осталось тебе просили? Сергеевич будет говорить тост. Молчать, суки. Че? Я ж не сука. Молчать не буду. Ты что, снимаю Дмитрия Сергеевича? Ну, я тост говорить не умею. Кто-то так сказал. Я хочу, чтобы все вы, ребята, мы все... И вообще, в принципе, все, чтобы взаимодействие всегда было, никогда не надо, блин, я въеб... Сейчас понятно, ну, хуйня полная, но мы должны быть вместе. Смерть, это наши чуваки. Мы... Дима, ты в курсе то, что среди нас есть... Угадай, кто, давай. Я не в курсе. Покажи пальцем, кто он. Я не знаю. Ну серьезно. Давай, как думаешь? Ну я. Кто закрылся? Шлемнёщи. Чё? Георгий Жандрайдном. Что голосовал? Нет, вот это я буду реально пикать. Нахуй, блядь, это, блядь, статья, ебать.
Я отставлю, но буду пикать, типа. Ничего не надо пикать. Да? Вообще не показывай это. Нет, блядь, все пойдет в эфир. Я сейчас пойду в эфир, блядь, я тебе потом с ножом приду и зарежу тебя. Блядь, а вот это я не буду пикать. Да я вот считаю так, то что в принципе одна раньше СССР была одна большая СССР. И почему мы посрались, это чисто из-за... Подожди, тихо! Ты, блин, уже тут всем на фигарку настигал. Из-за... Короче, она подбирается, я считаю так, что вот подбирается мы... Все, он все сказал. Я за него голосовал. Ты, бля, ты за него голосовал? Все, по сути. Конечно. Сейчас снимай. Как я сидеть с вами не хочу. Я считаю, чтобы Рим все-таки был. Когда-нибудь он наступит. И давайте выпьем, ребята. Всем Рим. Я не хочу. Скоро. Скоро заканчивается, да. Наши. Ну, как бы. Ой, господи. Народ. Надеюсь, никто реально не заголосовал. Клянусь, нет. Да. Надейся. Надеюсь, никто не голосовал. Начну позвонить. Неважно. А начну позвонить. Начну позвонить. Какой момент прошло? О, давайте. Сколько лет прошло? Все о том же. Гудят провода, все так ждут самолеты. Сейчас надо потише сделать, да? Девочка из Альбиона. Играй. Синего льда, дай под огнем пулемета. Должен растаять хоть кто-то. Скоро рассвет, выхода нет. Вверх поднять. Где же мы расстались, не помню. В каких городах, словно это было с похмелья. Через мои песни идут поезда, растворяясь в темном тоннеле. Лишь бы проснулись с тобой в одной постели. Скоро рассвет, выхода нет. Нужно вписать чью-то тетрадь кровью, как метро полетенье. Выхода нет. Давай нашу. Покрути вот там вот. Там какая-то хуйня, мне кажется, вот, блядь, вот тут вот. Да вот тут вот, блядь, какая-то хуйня. Да это хуйня, я не гитарист. Тихо, бабы, я балдею. Я болею в гонорее. Ты бил с альбом о пули. Сошедшим с рельс, ты видел взглядом Бога. Тебя боялся без, вот так вот.
никогда не сдавался. На медведей кричал и не заикался. Всегда улыбался, на медведе кричал, и небо ты не боялся. Ты знаешь, где дом Бога, тебя боялся бес. Вот так вот, ты никогда не сдавался, на медведе кричал и не заикался. Всегда улыбался. Дима, давай знаешь ли ты. Все, давай последнюю песню и мы пойдем. Прощайся с подписчиками. Пошли вы в жопу. С моими. Не говори так моим подписчикам, твари. Они меня любят. Их 192 человека. И 5 из них его любят. Это теща. Дай бог на здоровье. И еще кто-нибудь. Ладно, даже скажи подписчикам. Дай бог здоровья подписчикам. Ребята, всем здравого ума. Вот, побольше силы и настроения. Все. Теперь со мной. Давай. Саш, там видно меня? Саш пишет? Да. Саш, видно нас? Видно. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У Димы я оставлю в комментариях ссылку на его канал. Вся хуйня. Да, и не забывайте, что вы все. У нас на канале. У нас на канале. Поэтому все, вам респект всем, кто здесь. Пишите. Нас смотрит. Пишите негативные комментарии, ебаные хейтеры, я на вас буду ссать, блять, с большой колокольни, мне вообще похую. Все, ребята, давайте. Вообще похуй. Все. Вообще похую, подожди, еще рано. Ладно. Ты что-то разогнался. Саш, скажи подписчикам, типа, там, что-нибудь плохое. Я не говорю никогда никому. Саш, скажи хейтерам, пошли в жопу. Федь, все, давай иди. Скажи, хейтеры, идите в жопу. Диму сейчас не увезут. Увезут. Дима, скажи, хейтеры, идите в жопу. Хейтеры, идите в жопу. Мы вас любим, вы красавцы. Всем спасибо за подписку. Я пошел домой. Нажимайте колокольчики. Я пошел писать, я телефон свой нашел. Все. Охуенно, спасибо. Хватит. Ну скажи всем пока. Ну скажи и все. Нет. 2 минуты. Скажи пока. Пока. Еще раз. Пока. Собирай.